Карачаево-Черкесская республика издревле является регионом с благоприятными условиями для ведения животноводства. Здесь большие площади пастбищ расположены в долинах горных рек, защищенных от холодных ветров горными хребтами, субальпийские луга, пышная растительность богатым травостоем. К слову, в республике особо хорошими темпами развивается и овцеводство. Среди множества пород овец особую ценность представляют карачаевские барашки. Родиной овец является высокогорный Карачай у устьев реки Кубань. Точная дата появления породы неизвестна, но уже в XIX веке о ней знали за пределами территории выведения. Разводились животные местными овчарами. Для усовершенствования этих овец не была задействована ни одна из других пород. Для разведения отбирались особи с лучшими параметрами качества мясной продукции, шерсти, молокопроизводства. В итоге чистокровные карачаевцы стали элитой среди пород, и их часто используют в воспроизводстве стада для улучшения качественных параметров молодняка. Карачаевская порода овец считается универсальной, поскольку отличается выносливостью и способностью пастись высоко в горах. Они отлично переносят перепады температур, неблагоприятные условия. Свое потомство рождают под открытым небом, обладают отличным иммунитетом и почти не болеют. От карачаевских овец можно получать мясо, шерсть, молоко. Однако выход продукции не является рекордным в овцеводстве. Но это тот случай, когда ценится не количество, а качество. Мясо карачаевских овец отличается приятным вкусом и ароматом, а гурманы утверждают, что по качеству оно превосходит даже телятину. Секрет заключается в употреблении овцами в пищу ароматных луговых трав. Кроме этого, немаловажным является тот факт, что карачаевское мясо содержит низкий уровень холестерина. Стоит отметить, что по численности стада овец Карачаево-Черкесия вошла в топ-10 по Российской Федерации, занимая 6-е место. На сегодняшний день на территории региона действует 7 племенных хозяйств с общим поголовьем племенных животных более 140 тысяч голов.